Всем подписчикам большой привет. Разбирался с вентиляцией. Была очень плохая вентиляция. Приходилось ставить дополнительный вентилятор. Но приточки не хватало. Хотя стояли клапана под окнами. Это клапан В-75, который был смонтирован при строительстве этого дома. Но через него не было совершенно приточки. Когда стал разбираться, вот при открытом клапане, вот абсолютно нету никакой тяги. То есть встречной приточки нет при открытых шторках. Когда досконально все разобрал, оказалась банальная причина, очень простая. Клапан разбирается этот, здесь заглушечки есть такие. Разбирается таким вот образом. Выкручиваются шурупы, два шурупа слева и справа. Снимается решетка с приводом клапанов, не клапанов, а шторок. И когда я снял вот эту самую решетку, то обнаружил вот что. Стояла пленка стояла, монтажная пленка между решеткой этим. Когда я убрал эту пленку, появилась приточка наконец в течение 2 лет. То есть приточка стала такая, что избыточное даже количество воздуха. То есть вот я открываю. Вот видите, какая приточка? Приточка такая, что сдувает пламя. То есть, когда закроешь, все нормально. То есть, можно регулировать уже. Вот такая вот банальная причина, по которой почти 2 года мучились и не могли убрать избыточную влажность. Это может оказаться у многих. Если я кому-то помог своим советом, проверьте у себя, стоит ли у вас вот эта самая пленка, которая шла с завода. Просто монтажники ее не убрали. Подписывайтесь на канал. Спасибо всем за внимание.